Всем привет, девчат. Я вышла в эфир, чтобы спросить одну очень интересную тему, очень важную тему. Сегодня я была у психотерапевта. Мы разобрали очень много вопросов в плане поведенческих моментов. Это гештальт-терапия. И в своей практике я очень часто сталкиваюсь с такими психологическими тупиками, которые останавливают девчат от достижения результата. И мне было это очень полезно. Это был очень полезный опыт. Безумно много пищи для размышлений в голове. Но вот о чем бы я хотела поговорить. Интересен ли был бы вам такой вебинар, где бы мы разобрали основные такие моменты, которые тормозят достижение цели, основные моменты, которые мешают похудению. Естественно, вебинар был бы бесплатный. Но хотелось бы знать, что подготовить. Какие моменты были бы вам интересны с точки зрения психологии, с точки зрения каких-то привычек, возможно, психологических, возможно, что-то идет из головы, вы знаете об этом, но не знаете, что с этим делать. Давайте, кто здесь есть, подключайтесь. Это очень интересно, но очень важно понять, насколько это нужно вам. Вышла в прямой, чтобы быстрее это успеть организовать, потому что времени очень мало. 17 числа мы уже улетаем из России, поэтому хотелось бы понять, нужно вам это или нет, чтобы быстрее организовать. Если да, то вебинар будет 16 сентября в субботу. Единственное, что мне нужно будет подготовить основные моменты, которые нужно на нем осветить. Кто здесь есть? И первый вопрос у меня. Придете ли вы на такое мероприятие, на онлайн-вебинар с участием психотерапевта, где мы разберем основные поведенческие такие тупички, которые мешают достижению целей? Цвет лица. Спасибо! Сижу, работаю перед ноутбуком и решила сделать паузу на пару минут, чтобы выяснить, как дальше приносить пользу обществу. Это, наверное, все работа психолога, психотерапевта. Помолодела. Спасибо. Что-то в последнее время очень мало, я не знаю, девочки, наверное, своих детей провожают в школу, но сократилось существенно количество участников прямой трансляции. Какая польза? Польза такая, еще раз, я сегодня была у психотерапевта, мы с ним разобрали основные психологические моменты, такие... Не буду вдаваться в подробности, короче, но для себя я поняла, что это очень круто работает. И, в принципе, на своей практике я очень часто сталкиваюсь с тем, что многих тормозит именно какие-то моменты в голове, с которыми вот буквально стоит немного поработать, и результат пойдет. Я подумала, почему бы не пригласить этого человека на вебинар, и обсудить там основные моменты, которые мешают достижению результата. Неважно какого, похудение, там, какой-то заработок, еще что-то. Было бы это интересно, и насколько интересно, и что именно, какие моменты стоило бы обсудить.
Не знаю, было бы возможно тут написать комментарий, это было бы очень удобно. Никто не знает, как комментарий писать в эфире. Я вот, допустим, привыкла все стрим раньше на различных трансляциях. Это как-то связано, потому что я уже не первый раз замечаю, что утренние трансляции набирают гораздо больше народу. Думаешь, стоит завтра утром это спросить? На самом деле я только пришла под впечатлением. Днем надо вести. Во сколько? Это по Москве? Блин, звонок. Это по Москве? Ответь быстрее, пожалуйста, я побегу открывать дверь. По нашему, по какому? Придется мне с вами открывать. Так, чё грустное? Да не, на самом деле плюс один. Я не грустная, я сосредоточенная. Обсуждаем, насколько необходим вебинар, где бы мы обсудили психологические аспекты похудения. В общих чертах так. Четыре 16 по Москве. Спасибо. То я очень плохо ориентируюсь. Так. Девчата, я не знаю. Я сегодня была у психотерапевта. И мы с ним выяснили такие моменты, которые как бы останавливают достижение результата. И буквально за один сеанс разобрали их. Отличная идея, будет очень полезно. Отлично, я тоже думаю, что это хорошая идея, но единственный вопрос, который меня интересует, это что именно интересно. То есть что именно нужно... Темы. Я же готовлюсь всегда, мне презентацию нужно для вас подготовить. Для этого нужно знать вообще, какие, в принципе, вопросы освещать. Навскидку. Потому что у меня тем куча. Начиная от лени, заканчивая серьезными вещами булимии, например. Но мне кажется, это не всем будет интересно слишком серьезно. Или я не права. Вот что я хочу выяснить. Вот. Отличная тема. Пишите свои вопросы. Поставлю пока сюда, поработаю немножко. А, вот в чем дело. Кто тебя смотрит? Что им интересно? Ну, пока я до конца еще не поняла, кто меня смотрит и что им интересно. Я это и пытаюсь выяснить через стримы. Пока редактирую тренировку. Нагулялись? Да вон, весь грязный. Как, не знаю, как уж какой-то крутился в песочнице. Да, все пришли. Ладно, воспользуюсь советом Сергея. Давайте, кому это действительно интересно, подумайте над своими вопросами, которые вы
захотели бы задать на таком вебинаре, и давайте завтра встретимся в прямом эфире в 2 часа по Москве и обсудим. В будни ее мало смотрят, 14 лет. Это к чему? И обсудим основные моменты. Основные вопросы, я их запишу, подготовлю презентацию. Делаю. Так каждый вечер. Спокойно, спокойной жизни нет. Все, до завтра, до встречи, увидимся. Готовьте свои вопросы.